Друзья, приветствую вас всех и каждого. Сперва думал начать ролик анекдотом про черепаху Тортилу, потому что она явно представитель этого вида. Но затем узнал интересный случай. На Украине, в одном из университетов, кажется, в Днепропетровске, на факультете биологии была постоянная экспозиция, в состав которой входило несколько яиц болотной черепахи. Они долгое время лежали на витрине, и представьте всеобщее удивление, когда из них появились черепашата. Мне кажется, это веский повод расширить свой кругозор знаниями об этом удивительном животном, ну а заодно посмотреть на красивую юбилейную монету Приднестровья с ее изображением. Европейская болотная черепаха – это представитель царства животных, класса пресмыкающихся, отряда черепахи, семейства пресноводные черепахи, род болотной черепахи. Ареал ее обитания крайне широк, включает восточную, центральную, южную Европу со странами Средиземноморья, Переднюю и Центральную Азию, такие страны, как Казахстан, Туркменистан. Северной границей обитания является Литва и северные районы Белоруссии. К слову, в нумизматическом портфолио в Белоруссии также есть монета, посвященная этому животному. Ареал обитания этих черепах в доледниковый период был куда шире. До сих пор в Европе время от времени находят реликтовые изолированные популяции. Верхняя часть панциря, или карабокс, у болотной черепахи овальный, выпуклый, невысокий и связан с нижней частью пластроном с помощью эластичной связки. Масса черепахи достигает 1,5 кг, а длина карабокса от 12 до 35 см. Он окрашен в оливковый, буро-коричневый или почти черный цвет с мелкими желтыми пятнами, точками или штрихами. Такие же желтые пятна присутствуют на бурой коже ног, шеи, головы, хвоста. На лапах изогнутые когти, а между пальцев небольшие перепонки. Хвост очень длинный. У взрослых черепах составляет до 2/3 от длины панциря, а у детенышей еще больше. Он может использоваться в качестве руля. Аверс монеты. На лицевой стороне монеты герб непризнанной Приднестровско-Молдавской республики. Также указаны номинал монеты и год эмиссии. Обитает в лесной и лесостепной зоне, предпочитая равнинные водоемы с пологими берегами и хорошо прогреваемым мелководьем, такие как болота, озера, плавни и медленно текущие каналы. А вот рек избегает. Как и положено, водной черепахе хорошо плавает и ныряет, появляясь на поверхности каждые 15 минут. В эксперименте было доказано, что при температуре 18 градусов эта черепаха выживает в воде в течение 2 суток. Тем не менее, это не полностью водное животное. Болотная черепаха ловко передвигается по суше и даже быстрее, чем ее сухопутные сородичи. От берега она обычно удаляется не дальше, чем на 500 метров. Но в Азербайджане этих черепах находили на расстоянии 7-8 километров от ближайшего водоема. Это дневные животные, которые ночью спят на дне водоема. Сезонная активность зависит от широты обитания. В Российской Федерации болотные черепахи обычно появляются в конце апреля, начале мая, когда температура воздуха поднимается до 6-14 градусов, а воды 5-10 градусов. Обратно в спячку они впадают в конце октября, начале ноября. Зиму проводят на дне водоема, зарывшись в ил. Болотная черепаха всеядна, но предпочитает животную пищу. Основа рациона составляют беспозвоночные, ракообразные и различные насекомые. Впрочем, болотная черепаха не брезгует и падалью, и может охотиться на позвоночных, например, небольших змей и даже водоплавающую птицу. А вот рыба составляет лишь 3-10% от ее рациона. Возраст половой зрелости достигает 5-9 лет, когда панцирь становится около 12 см. Брачный период продолжается в зависимости от широты – с апреля по октябрь. В России это конец апреля – начало мая. Год происходит от 2 до 3 кладок, но в северных районах и при неблагоприятных условиях их может быть меньше. Гнездо – это кувшинообразная яма, которую самка выкапывает в песке. Пол будущих черепашат зависит, как и у крокодилов, от температуры окружающей среды. После появления часть черепашек выходит наружу и, добравшись до воды, зимуют в иле, как взрослые черепахи. Другие откапывают себе дополнительные ходы из гнезда и проводят зиму в нем. Реверс монеты. На нем изображение европейской болотной черепахи в водных зарослях рогоза. Характеристика монеты. Номинал 1 рубль, страна-эмитент, Приднестровье. Материал – сталь с никелевым покрытием. Диаметр – 22 мм. Вес – 4,56 грамм. Тираж – 50 000. Гурт – гладкий.